Третье место на соревнованиях по метанию ножей в дисциплине крестики-нолики получает Аполлонов Станислав Геннадьевич. Крестики-нолики для тебя совсем не новая дисциплина. Ну, отвык. Не, ну и как бы выросло поколение людей, которые вполне могут составить конкуренцию. Один из представителей этого поколения — Наговицын Константин Михайлович. Это серебро, крестики-нолики на Олимпиаде «Восток-Запад». Первое место. Золото. На соревнованиях по метанию ножей в дисциплине крестики-нолики. А тут 4 у нас метра, да? Это отдельно. Я понял. Я понял. А это я не понял. А, во. А он тут везде, да? Первое место, да. Получает Зверянский Вадим Александрович. Собрал практически все золото. Да, Петь? Сколько у тебя? Да. Пока вторая, да? Пока вторая. Участники готовы? Готовы. Все помнят ногу за... Дальше еще то есть право, лево, поставляем. То есть поделили, поделили, и каждый на свой и громко, четко называем его значение сторон, куда он попадет. Например, тебе нужно уходить влево, тебе можно уходить вправо. Ждем. Готовы? Начали? Начали. Я два раза туда попал, вот это же... А это не угол? Не угол. Саша, тут ничего не снило. Это третий твой был. Я понял, да? Yes.
Работаем. Третье место. Бронза. На соревнованиях по метанию ножей в самой сложной дисциплине, в дисциплине высшей категории сложности, морской бой, получает Ольхов Евгений Николаевич. Второе место. Серебро. На соревнованиях по метанию ножей в дисциплине морской бой получает Трофимова Евгения Дмитриевна. Ты славно билась. Это действительно было тяжело. И ты вышла с лучшими в финал. Так, и теперь первое место на соревнованиях по метанию ножей в дисциплине морской бой получает Зверянский Вадим Александрович. В общем, сегодня твой золотой день. И у нас осталось еще одно золото. Это специальное золото, это сложное золото. 4 метра – это сложная дистанция. И эту сложную дистанцию нужно действительно отработать хорошо и выстрадать эту медаль. Поэтому вот это вот первое место. И вот этот замечательный нож Сигурд получает Трофимова Евгения Дмитриевна. Поздравляем, Женька, это было замечательно. Потрясающе. Ты не зря отработала четверку. Итак, ребят, большое вам всем спасибо за то, что вы участвовали. Большое спасибо за то, что победили. Очень жаль, что некоторые не победили, но мы уверены, что вы обязательно победите на всех наших следующих соревнованиях. И «Белые ночи», напоминаю, через 2 месяца. В конце, соответственно, июня. То есть последние суббота-воскресенье июня. И там будет немножко более расширенная программа, чем здесь. Будет еще покер. Вот. И, может быть, будет еще какой-нибудь сюрприз. И обязательно будет бильярд. Да, поэтому, соответственно, мы вас туда зовем, мы вас там ждем, ждем ваших побед. Следите внимательно за нашими новостями, которые будут появляться в группах и на сайте. И мы очень надеемся, что вы все придете, еще друзей приведете. Хорошо? Итак, наше локальное соревнование на... Олимпиаде Восток-Запад мы считаем закрытым. Давайте сделаем перед тем, как мы будем победителями и участниками. Присоединяйтесь, да. Всех.